Мама была беременная, она была дома, отец уехал на гастроли. Уже когда приближался тот день, когда я должен был родиться, она не выдержала и решила к нему приехать. Так получилось, что я родился именно на гастролях. Как говорится у нас в цирке, это родился в опилках. Жена моя Людмила была беременная уже на 9-м месяце. Я уезжаю, лучше рожать к родителям. Она поехала в Кемерово, она из Сибири. И потом все-таки не смогла, говорит, нет, я поеду к мужу. И приехала в Кишинев. И приехала в Кишинев. И вот он я. И вот он родился в Кишиневе в 1982 году. Ce que j'ai aimé beaucoup, c'était la dynamique père-fils, parce qu'ils ont des personnalités très différentes. Monsieur Kalaifov, on l'a toujours appelé comme ça, est assez réservé, il sait ce qu'il veut, puis il parle de ça très calmement, etc. Dimitri est très dynamique, il est comme... il est toujours plein d'énergie, juste dans la façon qu'il fait la chorégraphie, dans la façon qu'il se présente, qu'il présente ses idées. Donc, c'était très complémentaire. Очень часто бывает, когда... Родители учат своих детей, ну, акробатики или гимнастики, не выдерживают нервы. Почему? Потому что хочется, чтобы твой ребенок все сделал сразу и быстро. Но это не бывает, и они начинают злиться, начинают кричать на него. Ребенок тоже агрессивно настраивается. Иногда он что-то не хотел делать, иногда что-то у него не получалось. Он психовал, говорит, я не буду больше это делать, это мне не нужно. Вот, я ему говорю, Дима, надо. И вот он злой такой, но все-таки делал. И потом, когда у него получалось, он говорит, о, мне это нравится, я буду это делать. Поэтому не все так гладко иногда бывает. Но это процесс учебы, это со всеми и с партнерами, и с сыном. Ну, мне иногда жена помогает. Так, говорит, Дима, надо. Не, ну нужно много работать просто, да, постоянно останавливаться, это... продолжать двигаться, по чуть-чуть, оно получается. Ну, очень сложно, когда не получается, отбивается охота, есть большое нежелание, но когда получается... А как правило, долго-долго не получается. C'est un numéro complètement fou. Ils sont en haut d'une perche de 30 pieds de haut. C'est la prouesse, c'est la force. Et c'est un travail de groupe aussi. Puis j'aime beaucoup la présentation. Ils sont très comme... Il y a un côté macho là-dedans qui est le fun à regarder. Именно в трюках, в технике. Почему? Потому что, допустим, я начинал лет 9-10. Я повис на кольцах, перевернулся, он держит мне ноги, это был задний бланш такой, вот. И он говорит, зажимай, говорит, вот эти мышцы, зажимай. А какие у меня мышцы в 10 лет? Ну, правильно, как я думаю, какие мышцы я могу тут зажимать? А он говорит, зажимай. Ну, я пытаюсь, зажимаю, ну, что тут, что я могу там зажать, если там ничего нету? Вот, ну, в итоге пришло это ощущение, техника и уверенность в том, что это работает. Ну, мне жалко, конечно, его где-то было, как матери, такого маленького, его мучают. Ну, не то, чтобы мучают, но... Нет, но я старалась, как бы, вот, честно говоря, им не мешать, потому что я полностью доверяла папе, потому что он мастер своего дела, он знал, что делать. Поэтому я старалась, как бы, со стороны так наблюдать. Буквально год назад мама закончила карьеру воздушной гимнастки. Я до сих пор не могу привыкнуть, что я не работаю. Постоянно во сне снится, что я летаю. Или я опаздываю, как что-то одеть на работу, или тапочки, там, или костюм, а мне бежать на работу. Постоянно снятся сны, связанные с работой. Конечно, мне немножко непривычно. Я бы еще работала, но уже годы. Уже годы, как бы я в цирке отработала 32 года.
Dimitri, quand il est sur scène, on sent bien qu'il pense pas une miette à autre chose. Il est 100 % là, mais je dirais même 110 % là. Il adore performer. On le voit dans sa vie sociale aussi, il adore performer. Il est un extraverti et puis il sait bien canaliser ça dans une énergie qui soit bien sur scène. Все гладко не бывает, просто сейчас не могу вспомнить, но, конечно, что-то было, что я ему говорю, вот я тебе говорил, вот надо так вот, а ты сделал по-своему. А, папа, ты ничего не понимаешь. Бывает, это нормально. Бывает так, что начинается у нас споры, надо так делать, нет, надо так, и вот потом, хоба, я же тебе говорил. Все люди, в общем-то, где-то одинаковые. И семьи, и взаимоотношения в семьях строятся, в принципе, одинаково. Я думаю, что все родители хотят своим детям всегда лучшего. Они думают, что это лучше. Я, например, думаю, что так лучше. А он думает по-своему. А все дети, естественно, хотят сделать все по-своему. Да, и я думаю, что вот это извечная проблема отцы и дети. Она всегда существовала и будет существовать. И так и должно быть. Вот этого не нужно. Помню, когда мы были молодые, и я был молодой очень, я что-то одевал модное, для меня это казалось очень модное, а все на меня смотрели и говорили, фу, стиляга, смотри, какой шпана идет. Мне это нравилось. А сейчас я смотрю на них и думаю, господи, что это такое? Is a Russian family doing in a Japanese restaurant in Quebec City? Дает интервью.